Доброго всем дня. Вышли мы с Дези на прогулку. Такое морозное утро, я бы сказала. Уши отмерзают просто. Вышли мы на новое место, где Дези еще не гуляла. Держу пока ее на поводке. Здесь живописно, красиво, тихо. И только птицы главные на планете. Как я говорю. Так интересно, такие места. Степь, но уже облагороженная разными кустами, березами. И тихо. Сейчас буду спускать Дези с поводка. Хорошо как. Она в стойке у нас. Все переживает. По знакомым местам она ходит. Дези, нельзя туда. По знакомым местам она ходит хорошо. Но она еще немножечко переживает, что ее могут бросить там. Наверное, мне так кажется. Дези, Дези, ты куда бежишь? Перегрызла поводок уже нам. Хорошо. Машина едет, да? Идем гулять? Дези, на, вкусняшечку, иди тебе, не переживай, у нас все хорошо, да. Мы не так часто прямо выходим сюда гулять, в эту сторону. Больше идем туда, где ей знакомо. Где она родилась? Да. А, вкусненькая, дай лапу. Лапу, молодец. Вторую, нет, теперь эту лапу. Дай лапу. Дай. Ну, да я поняла, что ты хочешь другую руку. Ну ладно, не буду тебя мучить. На, вкусняшечка тебе. Идем, попробуем без поводка, да, Дези? Так, молодец, ты лапу мне даешь. Я знаю, что ты у меня умничка. Давай попробуем погулять без поводка в этих местах. Идем. Собака на редкость прыгучая. Дези, идем. Идем гулять. То есть она пытается не отходить далеко, но все же она не совсем, скажем так, не то что непослушная, а скорее всего рассчитывает пока на свои силы. Че все птицы орут, птички. Собака рассчитывает на свои силы, но тем не менее не отходит настолько, чтобы потеряться. Если она уже отошла очень далеко, то просто-напросто возвращается и как торпеда летит со всего духу. Вот. Значит, я уже смотрю, что она, в принципе, поняла, что она не одна, что у нее есть семья, и ей вообще с нами интересно. Поскольку, как я уже говорила в предыдущих видео, собака бездомная, собака, которая жила только за свой счет, за счет своих сил, она все равно рассчитывает как-то на себя, на свой нюх, на свою проворность. Она у нас и крыс ловила, и мышей, и имеет особую какую-то прыгучесть. С метра прыгает, ой, с места она прыгает метр на два вперед. И так, ну не знаю, сантиметров на 70 и до метра высоту. Я думаю, если развивать у нее разные способности, типа фристайл, то собачонка, в принципе, могла бы даже быть и ничего. Она сейчас... Дези! 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 Ах ты! Моя ты девочка! На, вкусняшку, на! Она бегает сейчас немножко. Это она играет, играет, играет со мной. Играет, играет. Так, ей нравится. Ай-да-да-да-да, ай-да-да, ай-да-да. Счастливое создание. Ай-да-да-да, на вкус, на. Ай, вкусняшечка, на. Тихо, сидеть. Молодец. Лапу, лапу, лапу дай. Мало, на. Еще иди. Прыгает, в принципе, я же говорю, где-то в районе метра. Даже где-то вот 70 сантиметров в метр. Ата! Ата! Ух ты! Торпеда! Так немножечко уже облагородилась. Она была мелкая такая, совсем мелкая. Хотелось побольше немножко собачку, которая все-таки будет так покрупнее. Люблю таких высоких больших собак. Ой, как здесь красиво! Сейчас вам покажу красоту. Осенняя пора. Очень очарование. Тихо. Даже вода не шевелится. Корова смотрит, стала смотрит на нас корова.
таким стал. Карл, а вот стало ей так интересно, что мы делаем. Ну, давай, наводись резкость. Петру села с белой головой и черными ушами. Так, собака. Не забыли ли мы за собаку? Бежит, бежит. Сейчас налепится моя собака. Айта, айта-та. Дези, дези. Айта-та. Не успела заснуть. Ух ты, метеор. Лизи. На, к снежку, да. Ай-то, Лизи. Ох, как она бегает быстро. Ай-то. Мыши. Ой, что-то вы. Торпеда, торпеда. Может прямо впилиться в ногу, не понимая, сместите. Ай, как хорошо. Ай, как хорошо тебе. Ой, ай, да. На, 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 вкусняшка. А я не видела, что здесь. Смотри, да и сколько здесь будет земляники в следующем году, если корова не затопчет. Здесь столько земляники, земляничных листов. На, кушай. Дези, на. Не совсем откликается, это меня волнует. Надо его учить. А заниматься, честно говоря, настолько мало времени. Поскольку собака должна идти к хозяину. Иди сюда, на, на, кушай. Кушать. Сейчас прибежит, кушать прибежит. Дези, кушать, на. Нет, ей интереснее. На, иди сюда, на. На, на. Язык уже на плечо. Не хочет. Ну, немножко здесь мне, конечно, и тревожно, что она ко мне команду такую не выполняет. Мы еще как бы в доверие входим. Вот. И понравилось ей гонять стадо баранов, овец и баранов. А корова стоит на месте. Это волнует, она гавкает. Вот. Хорошо, что здесь поле, степь. И нет машин прям вот так вот, совсем рядом трассы. Пока я спокойнее, но... На самом деле, надо учить. Надо учить, чтобы возвращалась собака к тебе. Сейчас пойду, она, конечно, побежит за мной. Но чтобы позвать ее, надо учить. Дези! Ай, тупица ты! Ай, тупица! Ты куда? Ну и кто осенью плавает? Ай. Скорость сумасшедшая. Прыгучесть сумасшедшая. Как она еще не видит. Вот четвертый, вот четвертый. Боюсь, что в камеру нос она может размахнуться и на меня прыгала прям вообще. Вот такое оно свободное животное, которое любит свободу. Дези, нельзя! Вот ловит всех, кого не попадя. Ловит все. Мышей. Иди сюда. Иди ко мне. На. Идем, идем, идем. Дези! Идем. На, на. Дези! Ко мне. Ну, так бы я ее доставала. Это она на самосохранении называется. Полностью-полностью искупалась. И теперь ее надо будет сушить, мыть от ряски. Ай, ты ж. Идем. Домой идем. Домой кушать. Ага. Все, мокрое создание. Счастливое мокрое создание. Не знаю, какие гены у этой собаки в роду. Идем. Дези. Иди ко мне. Не знаю, какие гены у нее, но смесь бульдога с носорогом это точно. Если не охотничьи, то даже не трудно представить, что это у нее там
намешана. Вроде и боится, с другой стороны, бесстрашная. Вроде бы и охранник, с другой стороны, мало гавкает. Но пока неизвестно. Будем смотреть, что будет дальше. На этом наша прогулка заканчивается. Прогулялись мы немножко, но так продуктивно и поплавали, и замерзли. Ну, Дезира, я думаю, не замерзла. Сейчас мы ее, по-моему, оботрем. Будет чистая, сухая собака. Ох. А я за ней уже ухекалась бегать. Дези. На этом всем пока. Дезира еще прогуляется минут 30-40. Нанюхать всяких запахов, ароматов. Да? Ей для нее это очень важно. Очень важный фактор. И почувствовать себя нужной и счастливой. Всем пока!